Айо, мен Карабагым хактелек. Мен хактана келек. Бат партутунен крум корруцион мына говорум. Эт корруцион не патчары бор евро хорутнер теворнер. Нара контунене бор аястана онтунене бор мисаястана агрессор. Агрессор петчун. Бас маки эт банадеви амбоч адрибеджанакан пакстаканер болор пакстаканер бити бирадарнан нахкин тегери. Ба урен хайры. Уре 10 миллион хайчуну бор тогалинен гуйку аменинче талан вел бернабар вел спан велен уре уре дранс ур пите на гран вор пите вор тек пите банатечен айт мартик вете воч айт азатаграс тарацкнером Սոցիալ հայատի ազ քաղաքականության մասին եւ քարոշչության մասին Ադրբեջանի ինչ է կարծում այն որ Հունգարիայում կատարվեց այդ սպանությունը արդյոք դրա պատճառը չէր նաեւ այդ հայատի քարոշչությունը որ Ադրբեջանի ժողովրդին անընդհատ ներշնչվում է հայերին դրա մեջ նաեւ հայերինն է ո՞տե մենք չենք կարողանում պաշտպանել մեր իրավունքները եւ մենք թույլ ենք տալիս որպեսզի նրանք ինչ որ իրենց խոսքով իշխեն մեզ վրա Мер мотоворокачуну чиди синчул руме. Уре мер нахки мотоворокачуну. Уре Сильва Каптукяни зайны, Серо Халзадяни зайны, Георг Эмини зайны. Ничу мер жаманагис ажмян хай гурогнер чен еревум. Ничи нара зайны чилыз вум. Ничи хаястани карабары чуну, хаястани шканун чунер. Айтпес чен караван барцарасынел иренц забакнерин. Харан Матевичани пес мартканц ворог нахкиним егелин. Еп барцарасынелин мер жовырти патибы. Եթե իրենք բարձրացնեն այդպիսի մարդկանց, այդ մարդիկը կբարձրացնեն նաև իշխանությունների և Հայաստանի պատիվը։ Հիմա ամբողջ աշխարհում հայերը բողոքի ակցիաներ են անում Ռամիր Սաֆարովի ազատման դեմ եւ այսօր նաեւ հիմա նաեւ Պետերբուրգի հայությունն է միացել։ Ինչ է կարծում միջազգային հանրության վրա դրա ազդեցությունը, ինչքանով ծանրակաշ կլինի, ինչքանով էական։ Բոլոր դեպքերում ազդեցությունը կա եւ կլինի։ Սա ճշմարիտ քայլ է։ Եպետի անպայման մեկ մեր խոսք միշտ ասենք, որպեսի Հայաստանը զգա, որ սպյուրկը կամ մենք իրար թեքոքում կաղնած ենք, մենք պիտի սատար կաղնենք իրար և բոլոր մեր հարցերը, որպեսի մենք կարողանանք ինչ-որ հաջողության հասնել։ Առանց դրան հնարավոր չէ, որտեղ եթե Հայաստանը սատար չկաղնի, մենք չենք կարողանա, ինչպես մենք այնպես իրար պետք է օգնենք։ Օրինակ նույնիսկ այստեղ Սանկտպետերբուրգում հակահայկական գրքեր են տպագրվում, բազմաթիվ գրքեր, համալսարանում դասախոսներ կա, որոնք հայերի դեմ ելույթներ ունենում և մենք ոչինչ չենք ձեռնարկում, մենք ոչ մի գիրք չենք տպագրում, ես բոլորին դեմ եմ, ասենք մեր սփյուռքի կոմիտեի կամ սփյուռքի նախարարության այն խոսքերին, ես լսել եմ այդ խոսքերը, որ մենք Եղեռնի 100 համերգին պատրաստում ենք 100 համերգ, ո՞ւմ է պետք այդ 100 համերգը, մենք համերգներով առաջ չենք գնում, Եթե 100 համերգտեղ 100 գիրք պիտի տպագրվի եւ տարածվի ամբողջ աշխարհով որպեսզի կարդան։ Նույնիսկ մի խոսքել, այստեղ կա հանրային գրադարան։ Հանրային գրադարանը ամսական տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր գրքեր է ստանում Ադրբեջանից, բայց ոչ մի հայկան գիրք մենք չենք ստանում։ Ինչու հայերեն գրքերը չեն ուղարկում։ Միթե դա ինչ որ ինֆանտիլիզմ եւ կապված բան է։ Մենք պետք է դրան առաջնորդ ենք ուծորացնում։ Русские армяне в эти дни выражают тоже свой протест против того, что произошло, против экстрадиции убийцы и его помилования. Какой вот месседж, говоря сейчас принятым языком, вы хотите довести и до представительства Венгрии, то есть через представительство до народа Венгрии и вообще до международного, до людей, до международных организаций? Какое Ну, так, спасибо. Такими громкими понятиями мы не оперируем. Это маленький шаг, символический. Вы видите, несколько человек стоят. Стоят несколько человек, потому что разрешают именно столько. Со второго дня, 2 сентября, у нас были серии одиночных пикетов у здания Генконсульства Венгрии. Они сразу начали какое-то строительство. Вот эту паранджу зеленую надели на здание. У нас была сперва серия одиночных пикетов, потом 4 пикета, это 4-й пикет, около разных консульств. То есть мы обращаемся не только к Венгрии. Венгрия это даже не столь важный сейчас адресат нашего месседжа, как вы говорите. Одно уточнение, то, что вы сказали, что
мы протестуем, армяне, не только армяне протестуют, петербуржцы, здравомыслящие люди, я даже не говорю цивилизованные, просто здравомыслящие люди, они все, конечно, воспринимают это. Кто не информирован, тот узнает через эти акции. Наша цель не только митинг, который будет в понедельник, и не только эти пикеты. Если мы ставили бы целью только это было бы нелогично, по меньшей мере. У нас нет опыта в России и в Петербурге проведения каких-то акций. Мы только учимся, мы только начинаем. Когда мы подали заявки на пикеты, нас спросили в органе власти, что такое. Сразу 4 консульства, и вы пикеты сразу друг за другом в 4 консульствах. Там, Бельгия, потому что НАТО, ЕС, штаб-квартира США, Франция и Венгрия. Мы сказали, так, мы живем здесь 300 лет в этом городе. Первый раз открываем. Хотя не первый раз. В апреле мы провели первый за многие годы митинг памяти жертв геноцида. Эти две вещи связаны. Наша трагическая история и то, что случилось. То, что случилось, это просто следствие. Для нас это большая трагедия. Наш брат Гурген Маркарян. Но это следствие этой политики, и мы все это понимаем. То есть наш адресат, самый главный, это политика в Азербайджане. И все, которые попустительствуют этому, и эти общие фразы, формулировочки всех организаций, международных, стран, ЕС и так далее. Это общие какие-то фразы. Ни террористы, ни эти неофашисты, неорасисты, которые в Азербайджане возглавляют во власти. Никто на эти формулировочки не обращает внимания. Абсолютно. Так что мы будем обращаться по максимуму. Конечно, у нас ресурсов не так много. И самое главное, мы адресуем не только вовне, но и внутри. Многие у нас тоже не знают, даже узнавая такие события, они не знают, у нас нет политической сознательности. Вообще в Ереване, наверное, думают, что Петербург или Москва – это какая-то курортная зона. Потому многие здесь так считают. У нас нет такого опыта, такой активности, чтобы собрать людей разные. Некоторые знакомятся даже здесь и так далее. Первый митинг мы провели за последние годы в апреле, 22 апреля, напротив здания Генконсульства Турции. Пришло много людей. И сейчас, я надеюсь, тоже будет с резонансом. Но на этом не остановимся. То есть можно сказать, что это также и акции информирования, хотя бы прохожих, которые... Нет, информирование – это первый уровень. Второй уровень – это сделать больше, чем просто вот публичная акция, что-то выразить. Потому что если мы выступаем против общих формулировок третьих стран, а они могут воспитывать Азербайджан, они могут воздействовать. Если мы выступаем за санкции, за конкретное наказание, мы стоим напротив здания консульства, генконсульства Венгрии. Наказали ли там виновных? Нет. Мы выступаем за наказание. Мы будем требовать это и мы, и другие. Мы присоединим свой голос к тому хору голосов, который есть. Это не остановится. Мы будем это делать. И второе. У нас не было, например, таких прямых отношений отдельных горожан с консулатами других стран. Сейчас мы по окончании пикетов обратимся в каждое из этих консульств с письменным обращением, где будут конкретные наши предложения, призывы к ним. И мы будем, как американцы говорят, англичане, follow-up, мы будем следовать. Постараемся. Если мы проиграем, наша вина. Мы до сих пор были не... Ну, я не член никакой партии, но, ну, как бы не политизирован, не организован. Сейчас момент, один из адресатов – это вопрос самоорганизации в России. Потому что я жил за рубежом несколько лет. Трудно сравнить общину армянскую в России с зарубежными общинами. Я бы на первое место поставил французскую общину, хотя во Франции не был. Просто низкий поклон, это там молодцы ребята. Это должен быть учебник, и другие общины должны по этому учиться. Ну а мы первые азы, это первый класс, второй класс на длинной дистанции. Как вы считаете, этот хор голосов, как вы назвали, диаспора, он сможет вас иметь хоть какое-то действие? Это зависит от нас. И виноваты только мы. Если что-то плохое случается, помимо внешних причин, мы должны адресовать их себе. Надо быть немножко и самокритичным. Я скажу так. Армянская община Венгрии за много недель до этого случая предупреждала. Тема в онлайн-форуме, одним из больших онлайн-форумов в Армении, Open Armenia, еще год назад об этом писала. Открыта тема, она открыто видна. То есть год говорится об этом. Кто-то недоработал, наши дипломаты. Но мы сейчас... Говоря это, все равно мы не должны смотреть только назад, но это ошибка, это урок. Извлекли мы уроки отсюда?
одна из тем во время нашего митинга и обсуждения была уроки геноцида. Извлекли мы уроки геноцида? Ну вот, у нас постоянно уроки есть, но некоторые воспринимают их, некоторые поворачивают спиной. Կա հիմնական մի ուղղվածություն մեր հավաքների մեջ, հասարակ մի երևույթ, Հունգարիայի հյուպատոսությանը շատ մոտ գտնվում է Շվեյցարական կոնֆեդերացիայի հյուպատոսությունը, որը ի տարբերություն Հունգարիայի ճանաչել է հայկական գենոցիդը եւ այն հանգամանքը, որ հիմա ասենք թե Սանկտ Պետերբուրգում հյուպատոսների մեջ ամենա հինը ժամանակի տեսակետով դա Ադրբեջանի հյուպատոսն է եւ ինքը համարվում է դուայեն այս քաղաքում ադրբեջանական համայնքը եւ իրենց հյուպատոսությունը պետք է մեր այս հավաքներով զգան, որ հայերը արդեն արթնանալով երկար ժամանակվա քնից չեն ուզում հանգիստ նստել եւ արածով բավարարվել։ Այսինքն, ինչ ենք մենք ուզում շարունակել։ Նախ, մեր երիտասարդությունը, Հայաստանի համայնքը արդեն սովորել է Սանկտ Պետերբուրգի մեջ կատարել իրավաբանորեն ճիշտ քաղաքական ակցիաներ։ Ոչ ոք չի կարող ասել, որ մենք ինչ-որ մի բան կանոնից, կարգ ու կանոնից դուրս ենք արել։ Եվ դրա համար մեր ստորագրահավաքի հիմնական դրդապատճառն այն է, որ ստիպենք դիվանագիտական հանրությանը Սանկտ Պետերբուրգի, որպեսզի զրկեն Ադրբեջանի հյուպատոսին տվյալ պաշտոնից, դուայենի պաշտոնից, որովհետև ինչ է դուրս գալիս, եթե տվյալ հյուպատոսի պրեզիդենտը, նախագահը տալիս է հերոսի կոչում այն մարդուն, որը պարզապես մարդասպան է, եւ ինչ որ միտեղ այդ մարդը արդեն կորցրել է իրեն դիվանագիտական աշխարհում այն առումը, որ նա սկսել է խառնել արդեն, օրինակ հանդիպելով այլ երկրի նախագահի հետ, նա սկսեց համեմատել տվյալ մարդու արարքը հայ երիտասարդի արարքի հետ, եւ նա արդեն չգիտի դիվանագիտորեն ոչ ճիշտ համեմատություն արեց, չիմանալով, որ Հայաստանը երբեք չէր տվել, ասենք թե Մերուժանին, այն ժամանակվա ասալայի երիտասարդին ներումը շնորել էր Ֆրանսիան, սակայն երբ դու երկրի նախագահ դնում ես մի նժարի վրա իրավաբանորեն իրար հետ չհամընկնող երկու գործողություն, ուրեմն դու սկսում ես սխալներ թույլ տալ։ Եթե մենք առաջ գնանք այս ճիշտ ուղությամբ, ադրբեջանական կողմի սխալները կշատանան, համաշխարհային հանրության առջև մենք կունենանք ճիշտ ուղղվածությամբ շարժվող համայնքի եւ ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում հայկական համայնքի բնորոշում, դե ինչ որտեղ կարելի ասել, որ սկիզբը մեր շարժման շատ ճիշտ է։ Այո, մենք արդեն 4-րդ անգամ ենք հավաքվում Ֆրանսիայի, Ամերիկայի եւ Բելգիայի կոնսուլտվայի դեմը եւ այսօր Վենգրիայի կոնսուլտվայի դեմը, ուզում ենք մեր պիկետներով ցույց տանք, որ մենք դեմ ենք Ադրբեջանի նախագահի որոշման մոմենտով, ինչ որ կոչվում է Սաֆարովի ազատությամբ եւ իրան սարքել հերոս, եւ ուզում ենք, որ տենց նախագաները չլինեն պետության գլխավորներ։ Дело в том, что я имею армянские корни, вот, и никогда в жизни не сотрудничал, не общался с армянскими представителями в городе Санкт-Петербурге. Но то, что произошло 31 августа, дало мне возможность, не то чтобы возможность, а толчок к тому, чтобы объединяться. И я хочу призвать молодежь, всех армян Петербурга, и кто неравнодушен, и это касается не только армянского народа, я считаю, также объединяться. Я призываю, чтобы, вот, как говорится, худо без добра, может быть, оно совсем не подходит, это выражение, но худо без добра не бывает. Я считаю, что это толчок для того, чтобы объединяться всем армянским диаспорам в России. Вот. Сейчас мы вот находимся, тот место, где мы пикетируем, напротив венгерского консульства. Хочу еще отметить, что рядом находится
консульство Швейцарии, которое не только признало геноцид, но еще криминализировало отрицание геноцида армян в Европе. А вот венгерское правительство, оно не признало геноцид армян. Вот это результат, то, что мы имеем. Вот. Скажите, ваши армянские корни насколько... Я наполовину армянин, у меня мама родилась в Ереване, вот, девичья фамилия Восконян, вот, и я неравнодушен. То есть, несмотря ни на что, я все равно чувствую близость к армянскому народу. И это то, что произошло, оно не должно оставлять равнодушных, вот, в обществе. Օրդնյալ դեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, միասին եթե կարելի, Հայր մեր, որ հերկինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եկեսե արքայություն քո, եղիցին կամ քո, որպես հերկինս եւ հերկրի, ըսած մեր հանապազորդ, տուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ վարդիս մեր, որպես եւ մեկ թողում մերոս պարտապանաս, Եվ մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկյած մեզի չարեք, սիքոյի արքայություն, եզորություն և փառքայությանս ամեն։ Եվ ևս խաղաղությանս ներաղաչես սուկ, վանդարտարծն դասես սե, ևս մեզ կեցուս սե շնորի ողորմության յուրո, ամենակալ դեր Աստված մեր կեցո և ողորմյա։ Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Քրիստոս որդի Աստուծո անուխակալ և բարեկութ, գտակ վարարչական սիրովդ յոգիս հանգուցյալ ծառայից քոց, եւս առավել Տեր հիշյա հոգիսն, Մարգարյան Գուրգեն անուն ծառայի քո, հիշավուն մեծի գալստյան արքայության քո, արարժանի ողորմության, քավության և թողության մեղած, դասավորյալ պայծառացում Սուրբս քո աչակողման դասում, զիդուես Տեր և արարիչ ամենեցուն, դատավոր կենդանիած և մեռելոց, Եվ քեզ վայել է փառք իշխանություն եւ պատիվ, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Дорогие соотечественники, позвольте зачитать решение собрания Верховного Духовного Совета Армянской Апостольской Церкви. Верховный Духовный Совет с недовольством и беспокойством отнесся к освобождению через помилование президентом Азербайджана офицера ВС Азербайджана Рамиля Сафарова, который в 2004 году на почве национальной ненависти в Будапеште жестоко убил офицера Гургена Маркарьяна. Епархиальный Совет Новонахичеванской Российской епархии Армянской Апостольской Церкви также разделяет беспокойство Верховного Духовного Совета и присоединяется к принятому им заявлению. Армянская Апостольская Церковь строго осуждает выдачу Азербайджану убийцы Рамиля Сафарова властями Венгрии и факт его оправдания через помилование, дарованное президентом. Произошедшее является очередным выражением политики ненависти к армянам властей Азербайджана. К сожалению, исповедующая принципы справедливости и являющаяся членом Евросоюза Венгрия, приступив нравственные европейские нормы, позорным содействием поддержала решение освободить ставшим в Азербайджане героем убийцу, что несет в себе угрозу преступлений на почве национальной и религиозной ненависти. Человеческая жизнь дана Богом, и преднамеренное убийство является преступлением против человечества и Бога. Призываем всех служителей Армянской Церкви, праведных верующих нашего народа, выразить свое недовольство перед местными духовными и мирскими властями во имя защиты наших национальных прав. Обращаемся также к нашим сестринским церквям и всем религиозным организациям, осудить произошедшее и выразиться во имя справедливости и истины. Петербурге хай хаманк, ինչպես եւ ամբողջ հայությունը, թե Հայաստանում, թե Սփյուռքում հայության մոտ մեծ վրդովմունք առաջացրեց եւ արդեն կիրակի օրը այստեղ հավաքվել էր համայնքի ակտիվը, արդեն որոշում էինք, թե ինչ պետք է անենք, ինչ քայլեր, հենց նույն օրը, կիրակի օրը սկսվեց առաջին պիկետը Հունգարիայի
հյուպատոսության մոտ եւ որոշվեց, որ այդ պիկետները պետք է արվեն շարունակական եւ ոչ միայն Հունգարիայի հյուպատոսության մոտ, այլև Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի այն երկրների, որոնք որ Մինսկի խմբի անդամ են։ Եվ բացի դրանից ես բազմաթիվ հանդիպումներ ունեցա ինչպես քաղաքի եւ մարզի ղեկավարության հետ, որոնց ներկայացրեցի Հայաստանի դիրքորոշումը, պաշտոնական դիրքորոշումը այս երևույթի նկատմամբ, եւ ներկայացրեցի նաեւ այդ ամենը դիվանագիտական կորպուսի մեծ մասին։ Իհարկե բոլորի մոտ էլ դա առաջացնում է զայրույթ, մեծ մասը դատապարտում են այդ երևույթը, մանավանդ ասեմ, որ Պետերբուրգի հասարակության գիտնականներ, արվեստի աշխատողներ եւ այլն շատ մեծ հասումով վերաբերվեցին դրան, մոտենում էին ինձ, ասում են եւ իրենց կարծիքն էին արտահայտում։ Այստեղ պետք է նշեմ մի բան, որ իհարկե բազմաթիվ քաղաքական վերլուծություններ կան, հոդվածներ կան մամուլում, բայց ժողովրդին, մեզ հայության, ինչպես եւ մյուսներին, նախ եւ առաջ հուզում է այն անարդարությունը, որ տեղի է ունեցել, եւ այս անարդարությունը բազմաշերտ է։ Այս անարդարությունը գրում է իր մեջ մեզ նշան, վտանգի նշան, նախազգուշացում է նաեւ, որովհետեւ նման արարքներից մենք պատմությունից տեղյակ ենք, որ սկսում էին արդեն այդ անբարոյականությունը տարածվում էր նաեւ քաղաքականության մեջ, ինչպես սկսվեց առաջին համաշխարհային պատերազմը, երկրորդը ինչ իրադարձություններ էին նախորդում, բացի դրանից մեր ժողովրդի մոտ այդ սուր զգացումը, վտանգի, այս պրովոկացիայի նույնպես արթնացել էր եւ մարդիկ չէին կարող հանդարտ վերաբերվել այս ամեն ինչին։ Նաեւ կա մեկ ուրիշ շերտ, որ այսօր կնշվի նաեւ ինձ թվում է միտինգի ընթացքում, որ դա մեծ նախազգուշացում է նաեւ հենց ադրբեջանցիների, որովհետև նրանք, որ այսօր այդքան ջանքեր ու միջոցներ են ծախսում իրենց ազգային ինքնությունը որպես ժողովուրդ լինելը հաստատելու, նրանք դիմում են այս տեսակ միջոցների, այս տեսակ կեղծիքի, իսկ դա այն երևույթն է, որ այսինքն կեղծիքի վախկոտության եւ ստորության վրա ազգային ինքնություն կառուցել չի լինի, եւ դա վաղ թե ուշ իր անդրադարձն է ունենալու հենց իրենց ադրբեջանցիների վրա։ Եվ մյուս կողմը, որ այս անարդարությունը կրում է նաեւ համամարտկային բնույթ, որովհետեւ ոտնահարվում են համամարտկային արժեքներ։ Այսինքն, եթե այդ արժեքները արդեն կարելի է սաշյան ոտնահարել եւ անպատիժ մնալ, դա նշանակում է, որ արդեն ամեն ինչ կարելի է։ Կարելի է նաեւ քաղաքականության մեջ նման ցինիզմով վարվել եւ միջազգային հարաբերություններում։ Այս ամենը չէր կարող վրդովում չառաջացնել, եւ այս պատճառով է, որ ժողովուրդը պահանջում էր հավաքվել, եւ ասեմ ձեզ, որ սա նոր չի, այսօր չի, այսինքն հենց սկսված օրվանից ամեն անգամ, երբ որ այստեղ հավաքվում է հայությունը, միշտ քննարկում են այդ հարցը, եւ ինչ որ ձևով մարդիկ պահանջում են միջկաթապելու իրենց վրդովմունքը։ Ես վստահ եմ, որ այն բողոքի ալիքը, որ բարձրացվել է հայության կողմից եւ որքան որ տեղյակ եմ մամուլից, ոչ միայն հայության, Հունգարիայում նույնպես բողոքներ են եղել տարբեր երկրներում եւ այլն, գոնե իր հետևանքները կունենա մարդկանց թափացնելու, ցույց տալու, որ չի կարելի մանավանդ այս լարված վիճակում, մանավանդ այնպիսի տարածաշրջանում, ինչպես իմ ներզագոր արևելքն է, ուրեմն նման սադրանքների դիմել եւ մարդկանց դրդել այս տեսակ, ուրեմն, հանցագործությունների եւ անպատիժ թողել այդ ամենը։ Ինչ ուղղ, ինչ մերս եք ցանկանում հավել եւ միջազգային հանրությանը եւ պետությունների։ Ես կուզեի ֆոկուսի մեջ վերցնել մի ամենակարևոր ինձ համար ասպեկտը։ Վտանգի տակ է ոչ թե միայն Արցախի ժողովուրդը, նրա հերոսաբար ժողովուրդը արդեն ամեն ինչին էլ պատրաստ է առաջի օրվանից։ Վտանգված է ոչ թե Հայաստանը իր ժողովուրդով, որովհետև մենք ոչ մի ուրիշ բան էլ չենք սպասում, բայց վտանգված է ամբողջ, այսպես ասած, ցիվիլիզացված աշխարհը, մեր քրիստոնեական աշխարհը, Արարատից մինչև շվեյցարական Ալպեր։
միշտ երկրական ծովից մինչև կանադայի ափեր, ամբողջ քրիստոնեական աշխարհը, որը հիմնված է Աստծո պատգամների վրա, որոնք ասում են, որ մարդու կյանքը սրբություն է և չի վաճառվում, վտանգված է այդ ամբողջ կյանքը, որը այդ ամբողջ տարածքների վրա կա, ստեղծված այս ամբողջ հարյուրամյակներով, հազարամյակներով, դրա համար ես կուզեի, որ մեր կոչը լսեին բոլոր պետությունները, Եվրոպայից մինչև Ամերիկա, որովհետև սա մեր, մենակ մեր հարցը չի, սա համայն մարդկության հարցն է, Աստված մեկ է, երկիրը մեկ է, մարդու կյանքն էլ սուրբ է, ու ոչ մեկ իրավունք չունի, ոչ մի գործարք կատարի մարդու կյանքի կամ մահվան հետ։ Когда, допустим, у человека возникает такое протестное настроение, и когда ему просто не в моготу молчать. Вот сейчас, наверное, мне кажется, вот эта ситуация, как раз из тех ситуаций, когда уже просто человек не может промолчать, ему надо обязательно высказаться. Вот в чем суть сегодняшнего нашего сбора? Сегодня мы собрались здесь, чтобы выразить наш протест. Всеобщий протест, справедливый протест. Сегодня мы здесь, чтобы осудить трусливого убийцу, который больше похож на маньяка, чем на офицера. Сегодня мы здесь, чтобы осудить лжесудей, псевдомилователей. Но больше всего я хочу повторить мысль, которую я сказал чуть раньше. Нас возмущает тот факт, та слабая реакция, которая есть во всем мире, та фальшивая политкорректность оценок, которые звучат с разных трибун. Мы хотим сегодня заявить в полный голос, под угрозой весь цивилизованный мир, весь христианский мир. И этот мир – наш мир. От Араратских гор до швейцарских Альп, от Средиземного моря до канадских берегов. Вся жизнь, которая выстроена на этих берегах, она под прицелом варварской идеологии и торжествующих страстей и инстинктов. И поэтому я бы хотел, чтобы мы дали сигнал всему миру, что пора проснуться, чтобы не было поздно. Пора христианскому миру объединяться не против кого-то, а ради собственного блага. Пора христианскому миру трезво оценить обстановку, которая складывается сейчас во всем мире. И в частности, и с нашей вот этой бедой, которая коснулась непосредственно нас. Поэтому вот наш посыл, который мы хотим послать всем людям доброй воли. У нас сегодня примется, помимо петиции и митинга, и обращение к азербайджанской интеллигенции. Оно составлено в духе действительно интеллигентном, и мы призываем азербайджанскую интеллигенцию не принимать этот факт героизации убийцы. Вот. И вместе с нами попробовать пройти тяжелый путь нового взаимопознания. Какова ваша оценка происходящего и как военного, как армянина? Просто человека. Просто человека. Вы знаете, о чем я хотел бы сказать? Произошел чрезвычайно экстраординарный случай. Два государства, цивилизованных государств, в том числе государства Евросоюза, разрывают дипломатические отношения Республика Армения и Венгерская Республика. Почему? Что произошло? А произошла действительно чрезвычайная ситуация, когда офицер, участвующий по приглашению в программе партнерства во имя согласия, обучаясь в данном государстве, во сне был убит другим так называемым офицером. Почему так называемым? Офицеры не могут быть убийцами в мирное время. Во сне 16 ударами топора. Долгий суд, несмотря на всякие уловки азербайджанской стороны, не смогли найти ни одного смягчающего обстоятельства. Была дана должная оценка, и он был осужден на пожизненное заключение. Несколько лет просидел в тюрьме. Все это так, как должно быть в цивилизованном мире. А вот что происходит дальше, это не укладывается в нормальном понимании. Под заверение руководства государства, президент страны
забирает, согласно документам ООНовским, продолжать судебное преследование своей стране. И в этот же день, в этот же час, как только он прибывает в это государство, он вдруг становится не убийцей, не человеком, осужденным на пожизненное заключение, а героем. Это умопомрачительно, это ненормально. И именно это привело к чрезвычайным отношениям. Наш президент Владимир Владимирович Путин буквально недавно в Израиле сказал так, что нельзя никогда приравнивать жертву к палачу. Это нигде никогда не было, и, надеюсь, никогда этого не будет. Какая страна, такие и герои. Со 2 сентября мы проводили одиночные пикеты у консульства, генерального консульства Венгрии. Мы обратились и получили разрешение на 4 согласованных пикета, около 4 генконсульств. И вот сегодня митинг. Я зачитываю петицию губернатору Санкт-Петербурга, Государственной Думе Российской Федерации, правительству Российской Федерации, губернатору Санкт-Петербурга. Я буду читать быстро, потому что времени мало. 31 августа сего года из Венгрии в Азербайджан был экстрадирован осужденный пожизненно офицер Рамиль Кассафаров, который 19 февраля 2004 года убил в Будапеште, зверски убил топором спящего армянского офицера Гургена Маркаряна. Мгновенная незаконная и античеловечная амнистия властями Азербайджана человека-убийцы, героизация его, присвоение воинского звания майора, публичные почести и очередной виток воинственной армянофобии вызвали во всем цивилизованном мире гнев протеста. Многие СМИ, десятки стран, организаций, видных деятелей выступили и продолжают выступать во всем мире с осуждением акта передачи Венгрии человека-убийцы и поведения властей Азербайджана. Мы благодарны реакции официальных представителей десятков стран, десятков международных организаций, видных общественно-политических деятелей, в том числе в Венгрии, в самой Венгрии. Но не можем не отметить, что реакция, особенно от ведущих мировых держав и организаций, в виде словесного порицания или дипломатических формулировочек уже давно не влияет ни на террористов, ни на новоявленного, избалованного отсутствием практических санкций президента Алиева. Глубокая озабоченность, наше разочарование, требования разъяснений – вот такие формулировки есть в большинстве заявлений и выступлений. Эти ли слова, и только ли эти слова, или только ли слова ждет сегодня мир от них? К сожалению, многие оценки, особенно стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ, носят характер эпизодических, критических высказываний, полумер, без констатации причинно-следственной связи, отдельных преступлений и полумер, без констатации причинно-следственной связи с многолетней агрессивной и растущей армянофобией, армянофобской политикой Азербайджана, без жесткой политико-правовой оценки с практическими мерами, что косвенно развязывает руки политики топора и Сафаровым, и тех, кто героизирует убийц. Происшедшие события в очередной раз доказали факт невозможности существования Нагорно-Карабахской республики Арцах в составе Азербайджана ни в каком статусе. Армянский народ Нагорно-Карабах защитил свою независимость кровью, выиграл неравную отечественную войну за свою историческую родину. Он не желает войны, но если ему ее навяжут, результат будет тот же. Во избежание продолжающихся провокаций, фальсификаций преступных сговоров во имя мира мы призываем страны и организации признать самим и рекомендовать другим признать геноцид армян в 20 веке. Принять закон о криминализации отрицания геноцидов не только для самих армян, для нас, а прежде всего ради справедливости в мире, поскольку это является также и профилактической, практической мерой против преступных деяний сговоров, подобных недавнему Азербайджану-Венгерскому. Признать Нагорно-Карабахскую республику Арцах, поскольку те, кто обсуждает возможность ее передачи в Азербайджан, планируют новое истребление ее населения. Осудить армянофобскую пропаганду. Потребовать не только порицания и словесных объяснений, но и наказания виновников Венгрии в передаче человека-убийцы
Азербайджану для героизации. Применить действенные санкции к Венгрии и к Азербайджану. Способствовать лишению Азербайджана места непостоянного члена Совета Безопасности ООН. Мы обращаемся к вам в надежде на то, что не всякое отечество ценно, но только отечество нравственное. В противном случае оно лишается смысла, превращается в пространство и время людей, не способных обрести внутреннюю свободу и наполнить жизнь смыслом, лишенных идеалов, а значит пути. Мы обращаемся к вам в надежде на то, что голос крови, зовущий рвать и раздирать на куски друг друга, не может считаться патриотизмом, но больше говорит о вырождении этого понятия и возвращает все общество в первобытное состояние. Таким образом, патриотизм превращается в злую и хищную страсть. Мы обращаемся к вам в надежде на то, что и для вас убийство мирно спящего человека не есть геройство, а героизация убийства есть преступление. Это истины Божьи. Не отвернитесь от них, иначе вы лишаете себя и своих детей достойного будущего. Мы призываем вас к диалогу во имя мира и будущего, во имя ваших и наших детей, во имя ваших и наших матерей.